Здравствуйте, друзья! Сегодня класснючая тема. Она назревала в течение нескольких лет, и мы никак не решались именно сейчас о ней поговорить. Мы говорим сегодня о коконах червей и их врагах, соседях. И вот это будет ролик, наверное, максимально техничный, без всяких там продолжений особых, для того, чтобы вы наглядно посмотрели, к чему может привести неправильное знание. А уже в последующих мы на него будем опираться и расскажем те жизненные ситуации, которые были у нас, ну и какие были у других людей. Суть сегодняшнего ролика. Перед вами вермиконтейнер с торфом. Смотри сюда. Перед нами коконы. Например, они вам пришли. То есть мы специально их уже положили сюда, чтобы они пару недель полежали, чтобы они уже даже частично вылупились. Ну, все то, как оно будет, когда вы получите коконы от любого червевода. Мы сейчас не о себе говорим абсолютно. Так, мы сейчас заселяем коконы. Цель этого ролика будет состоять в том, что мы взяли коконы, и мы сейчас с вами намеренно их заразим побочными жителями. Мы намеренно их заразим. А для чего мы это сделаем, вы зададите вопрос. А сделаем мы это для того, чтобы вы увидели, какие последствия будут от ваших неполных знаний, если вы нас не услышите. Если вы этот ролик посмотрели и не поняли, о чем он, то купите червей у кого хотите, коконы, и вы пересмотрите этот ролик примерно через полгодика-годик. Это точно точнее не бывает. И уже тогда вы точно поймете, о чем я вам говорил. Смотрите. Знаний в червеводстве ноль. То есть меня просят литературу, ее нет. То есть большая часть зрителей черпает через YouTube там, или другие серверы, где это могут показать в виде видеороликов. И вот смотрите, один разводит червевод на навозе, второй на торфе, третий на листьях, на сене, на чем бы ни было угодно. И всегда, всегда, то есть мы видим то, что большая часть зрителей, они просто пытаются собрать некую мозаику. Там посмотрели, там посмотрели, там посмотрели. И выбор, например, того же отправителя коконов, он чаще всего спонтанен вообще. Вот именно сегодня мне вот этот товарищ понравился, у него какая-то такая рубашечка желтенькая, гламурненькая. Вот в него коконы и возьму. А этот человек, например, держал коконы на навозе. То есть я ничего не имею против навоза. Мы сегодня говорим с вами конкретно о технологии, в которой корм для червей выступает любой комбикорм, либо зерносмесь. Посмотрите наш ролик о Т-155. То есть мы конкретно говорим о том, что когда вы кормите червей зерносмесями, они растут очень быстро. Они классно растут, только в одном случае. Если у них нет побочных товарищей. То есть, о чем мы говорим о побочных товарищах? Начнем сначала. Перед вами коконы, да? Вот. Сейчас их раскопаю. Ну, видите, да? Коконы, он даже частично, вот даже, вот видите, червячка, вот уже вылупляющиеся. Коконы. Вот коконы. Мы пошли к другу и поковырялись в его червячнике. Он там разводит всяческого рода, то есть разных, разнопородных червяков, скармливает куриный помет и по всяческого рода пищевые отходы и все на свете. И мы у него накопали вот таких вот товарищей. Смотрите. Я вам сейчас попытаюсь их показать. Вот маленький. Видите? Беленький. Вот у меня по пальцу бегает беленький. Видите? Вот это маленькие какие-то белые букашечки. Но самое ценное в этом всем, это, безусловно, гриндаль. Видите, на черном фоне, вот он, вот я большим пальцем вам показываю. Вот сейчас я его подниму. Красавец вообще. Он еще и половозрелый, смотрите. Красавец вообще. Вот, половозрелый. Если присмотреться, то вы увидите у него даже поясочек. То есть, для чего я вам это все показываю? Видите, насколько он маленький, а кокон у него там вообще. Там... То есть, человек разводит. То есть мы берем наши чистые коконы и намеренно засыпаем туда вот этих всяких белых букашечек и гриндаля. Для имитации того, что вы купили у первого попавшегося червевода.
который непонятно на чем разводит, руки моет раз в месяц, ну и весь такой, знаете, как, ну вы видели эти ролики. Одной грязной рукой вот так, и тут покопаюсь, и тут покопаюсь, вот смотрите, 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 раз, и тут покопаюсь, и в навозе, и тут же в каких-то там гниющих фруктах, овощах, тут же этой же грязнющей рукой, а вот тут у меня там дендробены на зерносмесях. Мы не будем их трогать. Мы это все смешали. Вы поняли суть. Мы взяли чистые коконы и подмешали. Вы же видели, там было этих гриндолита с гулькин нос. То есть, вот эти все букашки, они очень быстро, ну колоссальным образом быстро размножаются на зерносмесях. Если вы кормите хорошим кормом, а если вы кормите еще высокобелковым кормом, то есть все уже такие, знаете, лощеные червеводы, они понимают, что пока червь очень маленький, вот такой вот махонький, вот он только родился, ему можно давать дикое количество белка. Если вы хотите быстро выгонять, то можно повышать дозировки даже больше, чем бройлером вообще, этим курям, которым дают. То есть они способны очень быстро расти. И вот смотрите, мы с вами искусственно заразили эти коконы. А теперь мы с вами заселим эти коконы. Для этого, как я вам показывал в ролике о Т-143, посмотрите 143 ролик, о Т-143. Вы берете вермиконтейнер, либо ящик, ну в чем бы вы там ни разводили. Выравниваете, я сейчас просто отобрал для того, чтобы засыпать коконы. Чтобы вы понимали, что я делаю. Разровняли территорию. Плавно рассыпаем по всей поверхности коконы. Ну, вы видите потом все. Мы не будем затягивать, просто опусти сюда. Видите? Видите, он даже часть вылупилась. Он тут только что не навел, скакал. Вот маленький. Вот вы коконы рассыпали по всей поверхности. А после этого взяли и все их равномерно присыпали. Мы сделали изначально очень влажный. Подведи камеру, чтобы вы услышали. Послушайте. Слышите? Чавканье. И вот если надавлю, то даже капли чуть побегут. Смотрите. Видите? То есть, для того, чтобы потом не поливать. Засыпаем все это дело. Засыпаем и закрываем. Я, наверное, сниму перчатки, чтобы с вами уже мысль закончить. То есть цель этого ролика, назовем мы этот ролик «Обман, гриндаль, коконы». А в чем суть обмана? Вы все смотрите разных блогеров, и у вас в головах все смешалось. Кто-то разводит на навозе, тот разводит на сене, тот на соломе, на разлагающихся отходах, на каких-то, ну, все на разном. Но если вы хотите очень быстро выращивать на конкретно зерносмесях, вы должны понять, что коконы, либо там живые черви, которые к вам придут, должны быть чистые. Потому что вот эти букашки, которые мы с вами сейчас подбросили, чуть-чуть, вы же видели мелочь, они размножаются, вот гриндаль размножается со скоростью удвоения популяции за трое суток. А червь, он же очень долго живет. Вот мы давайте сейчас вот прервемся и уже заснимем, ну, продолжение заснимем. Меньше слов, лучше потом поговорим. А вы побольше пишите комментарии. Прерываемся. По прошествии полутора месяцев мы имеем, друзья, вот такую вот картинку. Смотрите. Сейчас я открываю это наш вермиконтейнер. Кормили вы, например, какими-то комбикормами, либо зерносмесями. Вот как вот в нашем ролике АТ-155 корм для червей. И открываем. Вы увидите сейчас очень удивительную картинку. Смотрите. Мы снимаем на солнце, и поэтому как бы они уже больше, по большей части убежали. Сейчас так не хочется с ним соприкасаться. Но делаю это исключительно ради вас. То есть мы смогли найти
смогли найти источник заражения, то есть специально для вас заселить, чтобы вы поняли просто все это видео для понимания. То есть мы сейчас просто покажем, а в конце сделаем резюме. Вот давай, опускайся. Попытайся присмотреться вот сюда. Пока поверхность не тронута, а потом я специально для вас подниму. Вот возле пальца. Вот. Вот. Вы видите море белых букашек. Мелых, мелких, мелких. И плюс вы видите вот то, что я показываю пальцем. Это гриндаль. Вот гриндаль. Видно? Давайте я сейчас его подниму. До ужаса не хочу всего этого прикасаться. И надо побыстрее это все доснять и вывести за пределы. Смотрите. Видно? Видите, как они хорошо? Какая для них благодатная среда. Вы не видите скачущих всяких белых. Помимо гриндаля, вот этих вот белых вот червячков, вы видите еще и скачущих белых. Какая красота вообще. Смотри, возьми, проведи здесь. Смотрите. Посмотрите на это. Великолепие просто. Фантастику. Феерию цвета. Гриндаль размножается со скоростью удвоения популяции за трое суток. Посмотрите. Это буквально клондайк вообще. Вот прям, вот для вас прям супер наглядно. Понимаете? Это прямо, ну лучше не придумай, чтобы вы поняли. Вот все, я больше пальцами не шевелю, чтобы вы максимально присмотрелись. Приблизь, отдали. Вот чтобы все увидели, вот. Смотри еще разочек. Давайте, чтобы вы еще раз на все это рассмотрели. Все это великолепие. Смотрите. Вы посмотрите, как они красиво размножаются на зерновых. Как же им нравится повышенное белковое питание. Как же им нравится все, что может. А вот помимо, видите, помимо их еще и прыгают такие товарищи. Видите, прыгают? Вон они. Эх, прыг-скок, прыг-скок. Эх, заводные букашечки такие. Смотрите, знаете. Ну, сплошное великолепие просто. Вот смотрите, поймите меня правильно, вы сейчас задаетесь вопросом, откуда здесь такое дикое количество? Я вам скажу просто. Вот такое дикое количество будет у вас. То есть смысл простой. Вы выбрали технологию выращивания на комбикормах, на зерносмесях. И при правильно подобранном корме вы получаете червей очень быстро. То есть это одна из самых быстрых технологий по получению червячной массы. То есть вот сейчас все, что я показываю, все, что вы видите, все на столе просто это все выбросится просто. Еще раз. Потому что если я прикасаюсь к этому корму, то я его просто выброшу. Мне буквально противно этого всего касаться, понимая, что я могу этим навредить своему стаду. Но весь этот вермиконтейнер, весь этот эксперимент был снят непосредственно для вас. Смотрите, что вы делали. На протяжении там, месяца, полутора, двух месяцев вы насмотрелись роликов и просто рассыпали. Просто рассыпали все это дело. Кто-то ворошит, кто-то не ворошит. Неважно. Главное, что вы видите в роликах, вот эти даже поворошил, посмотрите на мои пальцы. Главное, что вы видите в роликах черевоводов, которые снимают, что они никогда не моют руки. Он поворошил здесь, взял этой же рукой, поворошил в следующем, в третьем, в десятом, и у вас в голове откладывается картинка. Я тоже так буду делать. То есть мы сейчас с вами обсуждаем конкретно выращивание на зерносмесях. То есть вы взяли, еще раз повторим картинку. Повторение мать учения. Мне как-то писали в комментариях еще раз. Ты как для дураков повторяешь. Повторение мать учения. Мы вам показали видеоролик АТ-216, 217, 218, 221, 228. Если вы их не смотрели, пересмотрите еще раз. Сейчас мы не будем этот ролик слишком сильно растягивать. А лишь обособим. То есть в этом ролике что было? Мы взяли коконы. Изначально их немножко бросили туда гриндаля. Там, ну там символическое количество. Немножко каких-то белых букашечек. Совсем чуть-чуть.
И вот, вот этот нечистое маточное стадо, которое вы купили где-то извне, у нас такого нет, просто нет. Вы получили, вы насмотрелись роликов, вы кормите зерносмесями, там, отрубями, чем вы только бы не кормили. Это шикарная смесь для развития гриндаля. Еще раз, давайте я вам его подниму, чтобы вы понимали. Дендробена данной ситуации, да? Дендробена становится половозрелой примерно месяца через 2-3 после рождения. Ну, в зависимости, как вы будете его кормить. Если будете кормить плохо, будет вам и 3-4 месяца. Гриндаль, то есть, соответственно, удвоение популяции у дендробены происходит гораздо реже, да? А гриндаль в трое суток удвоение популяции. И получается все, что вот еще раз, все, что вы кормите вот так, вы кого кормите, скажите мне? Ртов становится слишком много. Гриндаль лавинообразно развивается. Букашки всяческого рода тоже лавинообразно развиваются. А черви растут медленнее. И в этом вся суть этого эксперимента, того, что мы вам показываем. Кормите червей. Вот вы берете корм, да, и сыпите. И мы вас призываем. Кормите червей, кормите червей. Мы добились того, что наш корм вот с такого вот пакета нам дает примерно 200 грамм червей. 200 грамм. Каждый килограмм дает нам 200 грамм червей. Здесь чуть меньше килограмма. Мы это в килограммах конкретно пересчитывали. Здесь литр. Постепенно мы уже добиваемся более лучших результатов в силу того, что мы обратили внимание, что пока червь в малом росте, можно увеличить калорийность питания. А когда он уже становится половозрелым, понизить содержание, в первую очередь, белковое содержание питания. То есть то, что может молодой организм переварить, уже взрослый не очень может. И постепенно мы уже уходим к тому, что мы можем уже даже с килограмма даже больше, чем 200 грамм. Но это при одном условии, что мы кормим червяков. То есть мы кормим червей. А когда вы покупаете у недобросовестных продавцов коконы, как в данной ситуации, вы кормите гриндаль, вот этих белых, маленьких, загадочных существ без кровеносных сосудов. То есть еще раз, что такое гриндаль? Вот вы смотрите на него, вы видите, как будто это мальки. Червь, когда рождается, у него уже изначально кровеносный сосон виден. Даже если он настолько маленький, вот давайте я вам хоть одного вот так вот, попытайся вот этого приблизить, смотри. Видите, он половозрелый, вот я прям пальцем на него показываю. Видно? Он половозрелый. И теперь представьте, какой величины кокон у этого создания. Если мы еле-еле увидели его поясок, то кокон у него десятые, а может сотые доли миллиметра, то, что глазом невозможно увидеть. То есть суть этого ролика сводится к тому, что, смотрите, мы с вами находимся в нашей прекрасной теплице. На данный момент вы видите, что мы здесь набиваем рейки, и это будет дополнительная пленка, то есть дополнительная воздушная прослойка. Вокруг нас вы видите сушащиеся коконы. За спиной меня вы видите новую партию ящиков. Еще 140 ящиков к нам приехало. Разные цвета у этих ящиков, потому что мы разводим большое количество пород червей. Вам это будет очень интересно. В ближайшее время мы вам презентуем еще две породы, которые мы можем вам предложить, и они будут буквально фантастические. Вам они очень понравятся. Суть в чем? Все, что вы видите вокруг нас, куплено за деньги, заработанные на червях. Когда вы видели наши ролики в Ханты-Мансийске, когда я был в Ханты-Мансийске, я официально работал в магазине. Заведующий магазина «Дача, сад и огород», «Инструмент профи», то есть мы занимались как дачным направлением, так бензо, электроинструментом. То есть там был огромный магазин, 600 квадратных метров, только торговой площади, не считая складских помещений. Сейчас мы зарабатываем только за червей. А почему мы имеем возможность это все купить? Чтобы вы понимали, это все не дешево. Это не дешево. Вы обратитесь к вашим местным производителям и спросите, сколько будет стоить теплица 4 метра в ширину, 8 в длину. Сколько будет стоить там 140 ящиков.
То есть я вам сейчас не хвастаюсь. Мы говорим лишь о том, что когда мы кормим червей, мы кормим червей. Мы кормим, видите, червяк? Вот видите, в руках, знаете, вот очень наглядно. Сколько в руках, вот горсть земли я зачерпнул, сколько в руках вы видите червей? Раз, два, три. А сколько вы видите гриндаля? Несметное количество. Многие и многие сотни. Многие. Вот давайте я зачерпну там, где нет корма, который я уже вам посыпал для наглядности. Еще раз. Один червяк. Два червяка. То есть гриндаль вытесняет прямо из верхнего слоя, выделяет какую-то специфическую жидкость и прямо вытесняет червей. И они буквально сидят и голодают в нижних слоях. А верхний слой становится какой-то вонючий такой, неприятный. Именно главное, внизу такого запаха нет. Гриндаль что-то выделяет защитное для того, чтобы... Это моя еда, это моя территория, все пометил своими запахами. И мы вас в резюме этого ролика призываем. Относитесь ко всему серьезно. Если вы купили у нас червей либо коконы, кормите червей либо коконы. Если вы купили, давайте так. Если вы купили у нас, например, коконы, либо мальков, либо еще кого-то, мы отправляем только чистое. Не мытое, а чистое. Уловите разницу. Мы не разводим зараженное, чтобы потом отмыть и продать. Отмыть невозможно, насколько мелкие у гриндаля коконы. Мы реализуем чистое. Если вы приобрели, надо говорить нормально, не без напряга, да? Если вы приобрели коконы, мы вас просим, полгода ни у кого ничего больше не приобретайте. Поймите, что такое работать с чистым червем. Давайте мы закончим этот ролик. Я вам потом отдельным роликом расскажу еще нашу жизненную историю тех людей, которые у нас приобретают. Но самое главное, если взяли, например, вы не могли сдержаться, купили у нас и еще у кого-то, то перед тем, как прикоснуться к нашим червям, оденьте резиновые перчатки и очень хорошо их вымойте. Если вы к кому-то уже прикасались, только после тщательного отмывания рук прикасайтесь к нашим червям. Ну, те, которые вы у нас приобрели. То есть, попробуйте работать чисто. Чисто. Вот если вы, когда вы будете просто... Понимаете, для чего это делается? Когда вы поймете, насколько быстрый потенциал червя, то есть, насколько быстро он может расти, то есть вы поймете это на чистых. Когда вы кормите, и только они растут. Они растут очень быстро. А когда потом уже, допустим, у вас есть зараженные этим гриндалем, и будут они у вас клякнуть по полгода расти. Никак не вырасти, а может и больше. Потому что гриндаль будет все съедать. Еще раз повторюсь, мы говорим о технологии по выращиванию на зерновых. Если вы выращиваете... На навозе, там, перерабатывайте пищевые отходы, и ваша цель это всего это получение вермикомпоста, то гриндаль вам особо мешать не будет. Наоборот, возможно, это все весь процесс наоборот ускорится, потому что он съедает там очень белковую пищу, прям накидывается, да, там, если будут какие-то зоны закисания, слишком сильный перекос в сторону белков. Кашу вы там бросили, например. Черви ее не тронут, потому что они такое большое содержание не могут переварить. А гриндаль ее махом всю съест. То есть мы сейчас говорим о том, чтобы вы думали и кормили только червей. Технология с участием добавления корма в виде зерновых. Давайте мы дополнение ко всему, со всеми историями, снимем отдельным роликом. Не подумайте еще раз, мы ничего не нагнетаем, просто предостерегаем вас, что ваш опыт должен начаться с хорошего. А если вы уже начали, и у вас уже есть другие черви, и они все зараженные, и вы видите вот таких вот белых букашек, и вдруг у вас резко возникло желание купить теплицу, ящики, соберите всех своих червей и отправьте их на улицу.
в идеале за пределы вашего участка. Но если вам их жалко, на какое-то время оставьте их в компостной куче, в навозной куче на улице. А в помещении разводите червей только чистых. Со временем вы вспомните наши слова. Вы даже во дворе компостной кучи перестанете держать. Потому что именно они будут являться источником размножения всяческого рода маленьких существ, которые постепенно кто-то, не вымыв руки, занесет к вам. Прислушайтесь. Хотите работать быстро и чисто, не подводить никогда рыболовные магазины, начинайте с чистого стада, с чистых коконов, с чистых мальков и кормите только их. Не плодите вот эту мелочь, еще раз вам ее покажу напоследок. Никто никогда не купит у вас гриндаль. Все рыбацкие магазины, все люди хотят купить у вас червей. Гриндаль вы ни за какие деньги не продадите. Никогда. Пишите больше комментариев и не думайте, что мы выпячиваем там себя, либо и кого-то там выгораживаем. Нет, просто противно, если честно. Смотришь ролики, иногда зайду там, вижу, когда мы сняли вот эти ролики, кто на нас больше всего набросился? Только те, кто уже разводит червей. А буквально заходишь там какой-нибудь канал, разведение дендробены, например, да, и продажа этой дендробены, прям так называются каналы, да. Заходишь, а там какая-то девушка разводит дендробену на навозе и говорит: да ничего страшного, если там в навозе пролетит какой-то навозник, я не ленюсь и просто его выбрасываю. Уловите суть. Ее канал называется «Продажа дендробены». Она изначально продает то, что зараженное не только букашками, потому что навоз, а еще и навозники присутствуют. То есть нечистый червь, нет чистоты ни гигиенической никакой, то есть нет отсутствия мелочи вот этой всех этих сопутствующих товарищей. И при этом не будем накручивать. Начинайте с чистого, и будет вам счастье. И не только теплица, и не только ящики, а еще очень-очень много хороших вещей. С вами был Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко. Надеюсь, вам было интересно. Пишите больше комментариев. По два пишите. До свидания. Знаете, что я вам скажу? Что есть два вида обмана. Есть обман намеренный и обман на фоне невежества. Вот в роликах АТ-216, 217, 18, 21, 28, вот особенно в 218-м я вам сказал неудобные вопросы, которые вам нужно задавать всем подряд. Вот возьмите в охапку всех блогеров и всем задайте эти вопросы. То есть суть проста. Обман на фоне невежества – это когда я купил червей, и когда я задал этот вопрос червеводу, который снимает очень много роликов на ютубе: почему ты меня не предупредил, что у тебя есть гриндаль? Его ответ был: это не гриндаль, это не матода, ты не корми жидким кормом, и все будет хорошо. Вы понимаете? Вот это я называю банальным невежеством. То есть, а правду он сказал, либо он действительно не понимает, что это гриндаль и что он размножается супер быстро. Но давайте все-таки посмотрим это продолжение. Надеюсь, вам будет интересно. Мы взяли всех этих вот гриндаликов, взяли у своего товарища. Мы как раз вот все, что размножится, всему и отправим. Вместе с вами как раз и посмотрим. Прерываемся. Ну и, друзья, немножечко рекламы. То, что можем вам предложить, это черви дендробена в мальках и в виде коконов. Это черви-старатель. Смотрим ролик АТ-152, старатель Ткаченко. Также в виде червей и коконов. Вермиконтейнер. Смотрим ролик АТ-186. Вермиконтейнер и конструкция. В них можно дома разводить червей. Вермикомпостер АТ-187. Также забиваем на ютубе. Все есть. Корм для дендробен. Как в литровой расфасовке, так и в 5-литровой расфасовке.
Ну, безусловно, в подарок ко всей нашей продукции это вермизакваска ПТ. Посмотрите ролик АТ-182. Посылаем абсолютно всем. Теперь кратенько я покажу еще раз Дендробену и старателя, чтобы вы их увидели с маленькими акцентами. Дендробену мы в маточниках держим только крупную для того, чтобы когда крупный червь, никакие другие до такого размера не дорастают. Ну, никакие навозники, по крайней мере, да? То есть, и так очень легко контролировать и расцветку, и упругость. Ну, и, соответственно, по всем качествам видно дендробену. Каждый месяц мы меняем как на старателях, так и на дендробене субстрат. И поэтому у нас нет ни букашек, ни гриндаля. И поэтому мы при смене субстрата просматриваем всех червяков. Если какой-то червяк по каким-то причинам не нравится, он отправляется на рыбалку. То есть он не остается в маточнике. Все гиперактивные. Как я сказал, дендробену мы отправляем в мальках и в коконах. Также и старателя отправляем червями и коконами. На чем бы я завершил? Мы являемся юридическим лицом, поэтому отправляем нашу продукцию как юридическим, так и физическим лицам. Если хотите получить полный наш прайс, пишите на электронную почту, либо звоните по телефону. Все в описании к ролику. Номер телефона привязан и Viber, и WhatsApp. С вами был Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко. Здоровья, счастья, наша судьба. До свидания.